Первый вопрос. Эмоции после победы какие? Ну, эмоция без слова. Всегда, когда ты выиграешь кубок, это эмоция на совсем высокий уровень. Поэтому мы очень рады за того, что нас сегодня еще кубок привезет домой. В прошлый раз выиграл Урал, тогда 2-0, сейчас 1-0. Когда эмоции сильнее? Сейчас тогда? Ну, ты знаешь, разницы нет. Всегда эмоция одна, когда ты выиграл кубок. Это титул, это трофей. И это очень сложно сравнивать с другими, поэтому разницы нет. С вратарской точки зрения, сегодня сложный матч для тебя получился? Могу говорить, что второй тайм, да. Второй тайм мы перестали играть. Мы очень, я не знаю, это может... Вот потому что у нас был 1-0, и мы сидели сзади, и начали играть на длинные мячи. И это не наша игра. Поэтому они начали давить на нас, но второй тайм, да, было чуть-чуть сложно. Дождь сильно мешал? Нет, нет. Это даже мы не заметили на это. Концентрация была такая, очень сильная, которую мы на это не заметили. Как зрители на стадионе? Понравилось? Ну, сегодня атмосфера была супер. Полный стадион, и всегда приятно играть такие игру. Когда стадион полный, и для нас это очень приятно. Кому посвятишь победу эту? Ну, все болельщики нас, которые постоянно нас поддерживают, семья и я думаю, да, друзья, которые всегда с нами.